Вот, видишь, вот изгиб пляжа. Вот мол идет. Смотри, вот изгиб пляжа. И ровно посередине между этим молом и этим у нас буй. Вот так вот, раз. Там кто-нибудь налетит на... Там, там как раз это. Не, давай лучше. Пиратам не поздоровится. Это пиратская судьба. А ваша пиратская. И левый борт окутался дымами. Все. Который раз уже здесь это регата. Я уже четвертый раз. Организую, я уже второй. А до этого организовали, ну, где-то. Прям повало то, что это. Без полный разворот при попадании. Или возвращалась к предыдущему кругу. А вот это шверцбут океанал, про который под Гиком целая тема есть. А зовется он Эйприл. О. И там можно и ночевать, даже вдвоем. Еще не поставлены буи, а уже есть пострадавшие. Красную лодочку унесло с пляжа, и когда вытаскивали, что-то там повредилось. Снимают. Ну, так. Не смотрит, не слушает. Так. Я, конечно, видео сделал, но это как-то будет, наверное, все-таки дополнительно. Да. Да. В общем, стартуем мы. Делаем там какое-то место по свистку. Вот. Идем к лодкам. Дальше весельный этап у нас до ворот. Ворота это между флажком и красным буем. Заходим в ворота так. Дальше идем уже под парусом только. Обошли по внешнему краю треугольник. Вот тут белый. Раз белый. Вон тот. Да, это вот. Да, 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 вот тот. Готов. Ровней, мирно. Все, поехали. Это старый. Что, помогать тебе? У него как по списку занесены, так стоит результат. В чем-то подвох. Он знал заранее результаты. Да, да, да. Ну, да, смотрите, мы прям вот мог даже сказать время, да? Ты еще раз.